Компания, которая
Мы предоставляем доступ к научно-исследовательской инфраструктуре и центрам коллективного пользования, оказываем всестороннюю информационную поддержку, помогаем оформить патенты на эти решения и также оказываем поддержку привлечения финансирования инвестиций. Соответственно, помогаем компаниям создать программы и планы для инвесторов. Продолжение следует...
двумя-тремя технологическими направленностями, но тем не менее процесс меняется, развивается технически, и я думаю, что в скором времени в каждом из технических блоков появится российский стартап. Перехожу, наверное, к самому интересному, что же может предложить Сколково, да, для умного сельского хозяйства. У нас есть компании стартапы, которые уже реализовали свои научные исследования и разработки, и имеют готовые продукты и технологии, которые уже появляются и реализовываются на предприятиях. Также есть компании, которые недавно присоединились в качестве участников и в настоящий момент работают с этими продуктами. Наверное, самый известный и популярный кейс лаборатория КВИПУ, которая занимается производством и созданием распределенной сети датчиков и устройством мониторинга различных электронических процессов в сельском хозяйстве. Самый успешно реализованный кейс компании совместно с Фотоном Русаком. В прошлом году они работали над проектом по увеличению срока работы сахарного завода. Разработана система датчиков для контроля температуры сахарной соковой колбаски. Следующая компания – дизайн IT-кластера, компания «Стартап Фабрик». Компания разработала систему проверки годности и безопасности продукции. Соответственно, это решение, это программа, которая позволяет отслеживать путь продукта от в настоящий момент стартап «Фабрик» запускает несколько проектов в сотрудничестве с нашими сельскохозяйственными профессиональными союзами. Посмотрим, что получится. Компания «Сан» наверняка многие про нее слышали. Компания занимается разработкой беспилотных навигационных систем и программой обеспечения для анализа данных. Данные комплексы уже успешно используются производителями в России и зарубежье. Компания «Гамаюн Айр» — это совсем молодой проект, это основа швейцарской компании «Гамая». В настоящий момент стартап занимается разработкой системы поддержки принятия решений, которая позволит производить комплексный мониторинг и прогнозировать состояние силов в различных стадиях развития. Проект геоинформационной системы N24. Ядро модуля этой системы, он собирает, анализирует различные данные и позволяет контролировать процесс обработки сельскохозяйственных полей, что позволяет сократить расходы и увеличить урожайность. Компания Agronom. Компания занимается созданием системы технологизации принятия управленческих решений в сельском хозяйстве. В настоящий момент у них уже есть продукт, называется он «Дневник агронома», который позволяет оперативно получать информацию, вносить информацию в систему и готовить отчеты для управления своим предприятием. Компания занимается, система работает только на предприятии по всему городу. Проект «Адаптивные инновационные интеллектуальные технологии» занимается созданием аппаратного программного комплекса для как раз таки умного решения. Комплекс представляет собой навесное оборудование на виртуальной машине, систему датчиков для анализа влажности почвы и, соответственно, систему принятия решений по проведению полива. Этот список, он в настоящее время все-таки выполняется новыми проектами, и основная моя задача сказать вам, что в России есть и разрабатываются технологии для умного сельского хозяйства. Я призываю вас даже не то, что упасть или
проблемы или задачи на ваше производство. В целом все, спасибо за внимание, вопрос смотрите. Спасибо, друзья, вопрос есть, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вообще есть ли электронные услуги, если можно познакомиться с стартапом? Да, у нас есть сайт, на нем есть раздел нашего класса «Органические и высокие технологии». Там представлена вся информация о наших клиентах. Вы в целом можете поделиться с вами контактами и просто обращаться. И второе, пожелание, вот банк мне очень понравился, у них можно вам стоит просто купить приложение, я говорю, это подходит. Сервис выдает рекомендацию по борьбе с ним. Но, кстати, предложение, если практически у нас может быть запись адаптации какого начальства дальше будет популярно. Если такой же сервис еще будет создан в области ветеринарии, то тоже будет получать. Спасибо. Вы тоже можете собрать команду и создать свой стартап. Моя команда уже с соборами занимается. У меня вопрос такого характера. В вашем выступлении я слышал, что вы
оказывая детское финансирование на время ваших проектов. Какая доля финансирования по времени ваших с вашей стороны? Хорошо, спасибо.